Мужу романтический ужин, папе подарок. А кто для вас самый главный защитник? Сын. Я обычно подарочки своими руками делаю. Но пока еще так, это в планах, в проектах. Пока еще не думала. А кто для вас самый главный защитник? Наверное, папа был. Он же умер давно. Всю войну прошел. С 20 лет. Мужа, сын приедет в гости. А расскажите, как готовитесь к этому дню? Ой, даже не знаю. Как обычно. В кругу с семьей сидим и все. Поздравлять буду любимого человека. Готовлюсь, как покупаю подарки. Ну и сочиню какой-нибудь стишок. Уже сейчас вы можете осчастливить своего защитника, приняв участие в новом проекте телеканала «Русский Север». Отправьте фото мужчины, достойного, на ваш взгляд, победы, в конкурсный альбом телеканала в социальной сети ВКонтакте. Обязательно укажите его имя и почему именно он должен победить. По вашим лайкам 21 февраля мы выберем лидера, снимем про него сюжет и вручим подарок. Учитываться будут только голоса подписчиков группы телеканала «Русский Север. Великий Устюг».